Всем привет! Проходим карьеру Флотаут 4. Будем гоняться в классике на новых тачках. Должны быть новые трассы. На выбор тут машин не густо, остальные закрыты, доступны всего лишь парочка. Мини-грузовичок и джип. По максимальной скорости они одинаковый разгон. У этого получше. И управление получше. Даже нитрометан круче. У этой лишь прочность и сила удара помощнее. Покупаем 32 тысячи, там как раз еще денег на апгрейд хватит. Чик-чинж. Кассовый аппарат сработал. Надо срочно залезти в модернизацию и промодернизировать. Первым делом, наверное, в управление. 9 тысяч, ох ты, тут цены-то какие. Уже по 2, по 1000. И это первая прокачка из 4. Что же делать? Надо что-то все равно покупать. Без модернизации будет ездить очень сложно. Коробка передач на разгон. На максимальную скорость действует двигатель на разгон и на максимальную выхлопная на разгон 1000. Прочность, сила удара, вот это тоже не мешало бы. Двигатель 5000 осталось. Нитро, наверное, так сойдет, потом купим. Тысяча 300 выхлопная. Ускорение никогда лишним не бывает. Двигатель 600. Осталось 1100. Куда тут ее потратить? Больше некуда. Все, поехали, посмотрим. Перейти к гонке. Классическая серия гонок среди новичков. Три 500. Первое место неплохо. Три трассы. Погнали. Встречайте! Дебильная трасса в лесу. Все обновили уже свои тачки, уже ржавчины, никого нету. Да едь ты ж быстрее, чё тебя подталкивать надо. Куда там он въехал? Тут все предметы сносятся. Он должен даже дома проезжать насквозь. Вперед! Че вы тормозите? Машина вроде бы летит шустро. По сравнению с этими дерби. Скорость игры уже на этих куда выше стала.
Но они тоже стали здорово гонять. Тоже на обновленных. А, да. Мне тут, конечно, попадется это бревно. Турба. Блин. Не забываю все оставить. Знаете, нитро. Надо всегда иметь в запасе. Потому что может пригодиться. Управление, да, получше. Вот эта тачка это ездит, чем у меня этот жук или как она там модель машины это называлась, которая класс дерби. Почему бревно лежит, а он даже не колохнется? Зачем они его сделали прозрачным? Ведь это же предмет. Вот можно и газу придать. Сколько отрыв-то я там сделал. Гнал, гнал, гнал и всего на 2 секунды. Далее склад редких жидкостей. Все такие на новеньких машинках блестящие. Кто ты прешь? Я сейчас затараню. Потолкните его! Он хочет уехать в канал. Да блин, я-то куда тут разогнался? Засмотрелся. Не мешало бы нитро прокачать, а то оно как-то быстро сжирается. Полсекунды нажмешь, и уже все нитро сожрала машина. Двести 45. Максимальная скорость 245. Такого уже быть не может. Чтобы какой-то тут джипик столько ездил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, опасно. Да, по сравнению с той тачкой,
что у меня было. Это просто круто летает. И намного меньше заносит. Даже вот на таких трамплинах, мини-трамплинах, ведет себя поадекватнее. Газу, газу, финиш. Тут не знает, куда рулить. Управление перешло к нему в руки. Чуть не въехал. Отличные погодные условия. Так-то заносит, да еще ничего не видно, куда ехать. Прям Silent Hill. Меня подождите, а куда вы? Где дорога-то? Ни хрена не видно. О. Вот на этой машине уже по уши вот это страшное место проходит. Тебе ехать в обратную сторону, ты что ли, не знал? И ты у меня тоже сейчас поедешь в обратную. Я поеду в обратную. Ой-ой-ой. Чуть не въехал. И все-таки прикольно тачка ездит. Не знаю, как они там что наделали. Но они ведут себя по-разному. Эти драндулеты. Я бы уже давно тут и ускуркался. На этой малютке, которую проходил в классе дерби. А тут они даже догнать не могут. А ведь у меня еще машина не до конца так прокачанная. Туман, туманище. Летим на ощупь. Методом тыка. Тут по льду лучше не ездить.
таскает словно по льду. Не могут догнать. Вот так вот ими надо. Чик и первый. Лучшие гонщики, 700 сверху. Первое место в кубке. Трепицов. Новые скины. Следующий кубок. Открылась арена в горах. Денег 600. Обязательно надо залезть в апгрейд. Черный, желтый, красненький. Сила удара, выхлопная, поставить, прокачать, коробка. 2500 двигатель, нитро 1200, 1300. Все, осталось 100. Ну что же, на этом пока закончим. Оставляйте комментарии. Всем пока и до новых видео.